Как мозг запоминает? У него два есть способа запомнить. Что-либо, вот сформировать эти шипики, кто красную таблетку читал, там и рассказано про Кендаля, вот как эти шипики, они с друг другом эти нейроны так сходятся. Вот. И два есть механизма. Первый – это повторение, повторение мать учения. То есть вот вы зубрите, 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 в какой-то момент там они уже эти шипики решат, ладно, запомню. Вот. А второе – это стресс. Лучший способ на стрессе запомнить. Вот. Я не знаю, как сейчас, но вот раньше, у кого спросишь, что было 11 сентября какого-то 2001 года, когда там оно... Вот. И все могли день вспомнить целиком. То есть это был настолько стресс для всех. Вот. Или вот кто еще пораньше жил-то, когда там, что вы делали 19 августа 91 года? Все могли вспомнить, был ужас, все в панике. Мозг запоминает при панике.